Здравствуйте! В данном видеоуроке я покажу вам, как скачать и где скачать игру тачки и как установить эту игру. Для начала переходим по ссылке под видео. Мы попадаем сразу же не на сайт, а сразу же в окно скачивания торрент файла. То есть, перейдя по этой ссылке, у нас сразу начнет скачиваться торрент файл. После того, как торрент файл скачался, мы его запускаем и ждем скачивания файла. У меня этот файл уже скачан. Скачивал я через зону, но кто-то может скачивать через обычный торрент. Что ж. Теперь перейдем непосредственно к установке игре. Для того, чтобы установить игру, нам потребовался бы диск. Но записывать на диск мы ничего не будем. Мы просто воспользуемся программой Daemon Tools. Ссылку на нее я тоже предоставлю в описании. Прежде чем начать установку, мы заходим в мой компьютер. Локальный диск D. Ну, у кого как он называется. Заходим обязательно в папку Games и создаем папку, чтобы она обязательно была пустая. Значит, мы ее создали, называем ее как хотим, я назвал ее Cars. Все. Далее мы открываем программу Daemon Tools Lite. Подождем. Перед нами появляется вот такое окно. Для того, чтобы нам начать устанавливать, нам нужно добавить образ. Перейдя по правке самой первой, мы вписываем сюда путь к нашим файлам ISO. Для меня это библиотеки, мои документы, зона downloads, cars, the, video game. У кого-то этот путь может другим, но главное, чтобы вот здесь в этом окне у нас появились два файла. cars11.iso и cars12.iso. Для начала мы нажимаем на cars11.iso. Нажимаем открыть. Кликаем два раза левую кнопку мыши. У нас идет монтирование образа. После того, как образ был смонтирован, у нас запускается установка игры. Ну и давайте же я покажу вам, как устанавливать эту игру, так как это только первый этап установки. Я пропущу тот момент, пока будет у нас запускаться установка. Наша установка запустилась. Далее мы нажимаем на правку «Далее». Тут мы можем прочитать лицензионное соглашение, но я никогда ничего не читаю, я просто нажимаю на «Да». Далее, тут мы нажимаем «Обзор», диск «D» или «C». Далее ищем папку «Games» и ту папку, которую мы создавали. Нажимаем «Ок». «Ок». Главное, чтобы в пути у нас было так. D, Games, Cars. Нажимаем «Далее». «Далее». И ждем, пока вот в этом окошке у нас установится игра. Я это пропущу. И начну с того места, где нам нужно будет ставить второй диск. Итак, после того, как у нас загрузка дошла до 98%, у нас высветилось окошко. Пожалуйста, ставьте CD2. То есть CD-диск 2. Мы нажимаем на кнопку на клавиатуре Windows, которая находится между левым Ctrl-ом и левым Alt-ом. Далее нажимаем на Daemon Tools. Далее нажимаем «Добавить образ». И тут уже выбираем Cars 1 и 2.iso. Вот он. Далее мы кликаем по нему два раза левую кнопку мыши. И снова у нас идет монтирование образа.
Вот так. Второй образ у нас смонтирован. Мы сворачиваем эту программку. Нажимаем ОК. Все. Обновление на D3X не требуется. Перестаньте D3X на ваш компьютер сейчас. Давайте нажмем «Да». Создать ярлык на рабочем столе. Далее. Ну и, собственно говоря, игра установлена. И, тем не менее, вы научились пользоваться программой Daemon Toolsite, если вы еще этого не умели. Все, нажимаем «Готово». Тара-та-дам-тарам. Игра установлена на ваш компьютер. Удачно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если я вам помог. Если возникли какие-то вопросы по программке Daemon Toolsite или по установке игр с него, то задавайте вопросы в комментариях, и я на них отвечу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!